Здравствуйте. На днях коллекция моего парфюмерного мини-музея пополнилась вот таким винтажом духами Trésor Lancôme. Откуда возник у меня интерес к данному аромату? Это, конечно же, классика французской парфюмерии, но я не такой уж большой любитель винтажей, и тем не менее, впервые интерес к этому аромату у меня возник в связи с тем, что мой любимый сетевой аромат, один из моих любимых, Волары Oriflame сравнивали с запахом Trésor Lancôme. Таким образом, считается, что Волары является версией на тему композиции от Lancôme. Мне было интересно сравнить, потому что всегда хочется пользоваться, мне кажется, прародителем изначальной версии, ну или хотя бы сравнить с тем, что лучше, оригинал или фантазия на тему данного оригинала. Второй интерес, который у меня возник к этой композиции, ну, возможно, кто смотрел мои видео, знает, что у меня есть кот по имени Шалимар. И мне казалось хорошей идеей, если у меня появится еще один питомец, которому можно будет дать имя Trésor. Я думала, что это будет собачка, но так получилось, что мой кот Шалимар привез с собой однажды с прогулки котенка, так что теперь у меня живет еще и котенок по имени Trésor. Ну, а такая у меня традиция уже сложилась. Я сначала называю коту в честь духов, потом мне интересно с этими духами познакомиться. Так вот, говоря о композиции Trésor, сокровище, в переводе означает название, то впервые духи с таким названием появились еще в 1952 году. В композицию входили персики, абрикосы, специи, роза, зеленые ноты, древесина, благовонные смолы и сирень. То есть, в общем-то, большинство компонентов композиции, они были такими же, как и в более поздней версии. Trésor в той версии, которую мы знаем, появился в продаже в 1990 году. Парфюмером является София Гройсман, вот этой версии текущей, которую мы знаем на сегодняшний день. Кстати говоря, флакон 52 года выпуска, он был очень необычной формы, напоминал собой бриллиант какой-то интересной огранки. Напоминал камень драгоценный с большим количеством граней, поэтому название сокровища ему очень подходило к вот этому флакону, к этому дизайну, который был разработан. Ну, а более поздняя версия, мы заглянем внутрь и посмотрим, в каком виде, в каком флаконе выпускается Trésor. Так вот, София Гройсман, она одна из самых известнейших женщин по парфюмеру, автор работ для Calvin Klein, Eternity, автор композиции Exclamation Coty, создавала ароматы для Карла Лагерфельда, Sun Moon Stars, серию Lalique de Lalique, а также Париж и Парижанка Ив Сен-Лоран. Рассмотрим же сначала, как выглядит тот флакон, который я получила. Ну, флакон, это, может быть, громко сказано, но почему-то мне всегда хотелось, чтобы именно Trésor у меня был в формате мини-версии именно духи. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что флакончик, мне казалось, будет очень изящно смотреться именно такой маленькой версии. Покупала я с рук на аукционе, мне обещали один из первых выпусков. В принципе, довольно-таки неплохая сохранность, надо сказать. Коробочка персиково-розового цвета. Таким узор, который напоминает, по-моему, бутон розы, если присмотреться. Что-то наподобие. Спереди мы видим в рамке с двойным обрамлением и персиковым, и золотистым. Рамка черная и персиковым цветом, название Trésor и компания Lancôme Париж. Концентрация вода парфюмерная, в данном случае у меня парфюмерная вода. Объем 7,5 мл. Вверху ничего нет, на боковых поверхностях какие-то цифры, которые, точнее, числовые коды, которые мне ни о чем не говорят. И на обратной стороне мы видим информацию о том, что это пробник не для продажи, состав произведено во Франции, адрес компании Lancôme. Внизу золотым шрифтом тоже мы видим
информацию о том, что Parfum Sancom, Париж, 90-й год. И вот мы видим код CK8G. Этот код не пробивается через парфюмерные калькуляторы косметические. Это меня, конечно, смутило несколько, но я обратилась к специалистам с фрагрантики. Есть люди, которые очень дотошно занимаются исследованием бач-кодов, поскольку парфюмерные калькуляторы – это дело любительское, это не какая-то база, куда производитель сгружает данные, это люди, которые энтузиасты, они создают эти базы. Но есть еще и дополнительные материалы от производителей. И вот люди мне прислали документ, в котором указано, что CK – это бач-код, который соответствует 1991 году, 1991 год выпуска. Ну, в принципе, мне так и обещал продавец, что это 90-92 год. А внутри мы видим тоже очень красивый персиковый цвет, немножко перламутровый. И вот тот самый флакон изящный, который меня так привлек. Маленькая пирамидка напоминает огранку бриллианта ступенчатую. То есть тоже есть отсылки к сокровищам. Иногда я вижу на фотографиях, что на шейке флакона еще дополнительно находится резинка черная, наверное, резинка или пластик, но на некоторых флаконах она отсутствует, и у меня тоже такой шейки нет, этого шарфика. Ну, если кто-то знает, чем это связано, то я буду очень благодарна, если мне напишут в комментариях, но у меня на флаконе ее нет. Три ступеньки, крышечка очень тоненькая, тонкий пластик, тонкая капельница, и такой пластик, какое-то мягкое ощущение, что он, ну, конечно, твердый, как пластик, но почему-то ощущение, как будто это плотная резина, когда к нему прикасаешься, по текстуре. А в углу название парфюмерной воды, Трезо, Анком, Париж. Ну, внизу наклейка с информацией, которая очень сложно читается, практически невозможно рассмотреть. Очень красиво выглядит эта миниатюра, в руках так ее приятно держать. Такое маленькое сокровище, жидкость, как видите, коньячного цвета. Честно говоря, не очень хочется смотреть пузырьки, побаиваюсь все-таки встряхивать винтажи, но попробуем. Может быть, плохо видно, но я вижу мелкие пузырьки. Время жизни почему-то, может быть, потому что я боюсь сильно встряхивать, не слишком продолжительное, но по стойкости я слышу на коже практически сутки, но очень близко. А в шлейфе с волос я переливала в небольшой атомайзер, чтобы поносить на себе на волосах. Слышу где-то очень хорошо в течение 18 часов. Ну, может быть, близко к поверхности волос еще какое-то время держится эта композиция, но не имею возможности это проанализировать этот аспект. Ну, а о том, как пахнет композиция, я расскажу во второй части видео.